Приветствую всех на своем канале. Пришло время, вернее, некуда уже оттягивать. Ловушка приехала тогда позавчера. Надо вскрыть ее, посмотреть, что здесь. И внизу стоит семья, которую очень сильно побил клещ. Несмотря на обработки. И поэтому сейчас мы попробуем посмотреть, что здесь есть. Ну и подсилить ту семью. Видно, паучки тут свои семена подкладывали, личинки свои. Значит, слабенький раёк, но все запропылесовано хорошо. Ну, легкий был, то есть кормов у них нет. Надо будет закармливать. На трех удочках примерно сидят. Крайняя, как видим, просто пчелка сидит. Так, язык, возможно, вот такой вот язык, возможно, я давал ту рамку с языком, не помню, честно, были такие рамки тоже. Убираем пчелу. Такие рамки с языком можно использовать на следующий год в ловушке. А можно забрать, потому как это ж воск принесли. Так, ну такое, это они уже точно сделали. То есть один. Два. Сейчас хочу найти матку. Есть, вот напрыск есть печатка, да, яйца не вижу, печатка есть, печатный расплод. Сейчас найдем маточку. На крайней вряд ли матка будет, скорее всего, на следующей. Пчелы мало на этой. Так, смотрим. Это, видимо, сушь старая стояла. Она, как говорится, и осталась. Так. Вот она, матка. Черненькая матка. Ходит спокойно. И хочу обратить внимание, что пчела очень спокойная, не агрессивная. Вот она, матка. Так, матку, значит, мы забираем пока в клеточку. Итак, матка в клеточке. Пчелы побольше посадил, пока корма не давал вам. Посмотрим дальше, что у нас. То есть, в принципе, две улочки есть. Ну и здесь они оттянули, но они, видимо, все корма пустили на набор силы, то есть на выращивание новой пчелы, потому как вижу языки. Наплели они по-своему. Вот такая вот. То есть, в принципе, если бы они поздно не заселились, то они могли бы здесь натаскать нормально. Да и взяток оборвался рано у нас.
У нас был ранний взяток в этом году. Ну, вот такая вот рамка. Сейчас мы осиротили их и придадим один аромат вместе с пчелами, которые внизу сидят. Вот у меня, значит, распылитель с эвкалиптом. И все, в принципе, пускай стоят. Постоят буквально полчасика. Будем проверять, как они с теми. И тем, которые внизу пчелы, тоже дам этого ароматика. Сейчас покажу, как клещ побил пчелу. Вообще семейство было просто замечательное. От него сделал, можно сказать, две семьи, если не больше. И отсюда уже даже, наверное, скорее всего, даже не жилец это вот семейство. Вот обратите внимание, ну попробуем что-то сделать. Вот матка, а где-то пчела. Вот с обрызанными крылышками пчела. То есть вот так ее клещ побил. Такой пчелы здесь достаточно. Вот, вот уже начинается драка. Воровка, видимо, залетела сюда. Ну что, сейчас мы убираем матку, потому как оставляю ее свою матку, понятное дело. Вот. Вот видно, что личинка помирает, не выхаживают ее. Вот белая. Или клещ ее убивает. Она умирает, и она пахнет не очень. То есть вот это вот уберем. Вот, пожалуйста. Вот такие калеки. Вот абсолютно убитая практически пчела. Вот так клещ калечит. У нее даже крыльев нету. И у нее сил нету. Но она, скорее всего, потребляет корм. То есть ненужная абсолютно пчела. Вот. Такой вот уродец. Клещ превращает в уродов пчел. И вот еще такой же уродец. Каждый тут... Ну, много здесь уродов, я уже смотрел. Это семейство сейчас сокращаю по максимуму, убираю этот расплод, потому что из него уже ничего хорошего не выйдет. Это однозначно. Так, это за заставной будет стоять. Вот опять-таки воровство, не успел улей открыть, а уже драка идет вовсю. Голодные времена, особенно в городе, здесь ничего абсолютно нету. Вот, пожалуйста. Такой вот расплодик, он абсолютно брошенный, пчела брошенная, вот это все надо убирать. Вот что-то вот калеки выходили, старались, так и не смогли выйти. Вот, поумирали здесь, пчелы мало, поэтому вытащить они ее не смогли. Что у нас остается? Вот эта вот рамка остается медовая. Пойдет у нас по центру. Это, в принципе, ладно. Сейчас сократим. Не знаю, в принципе, это даже не жилец. Это так. Есть у меня еще один как бы облетник на трех рамках. Если все это соединить, может что-то еще получится. Снимаю этот ролик и, в принципе, вижу, что ну труп, семья, труп. Ну какая семья? Нет семьи. Тут пчелы нет. То есть вот настолько клещ побил. Вот теплая осень. Матки молодые, гонят расплод. В этом расплоде клещ процветает. Вот. И семьи нету, грубо говоря. Что вот сейчас я
объединю, в принципе, там тоже ничего нету. Вот. Ну, пойдем посмотрим еще один отводочек. Здесь в четвертом облетнике было все вроде мази и с маткой, и с пчелой. Вот, пожалуйста. Но проблема будет даже как бы все перенести, летные пчелы много. И все это перенести туда. Надо посмотреть, что такая обстановка здесь. Пчелы, по крайней мере, здесь достаточно. Оно и видно было, что ее достаточно. Когда открываешь все облетники. Так. Тоже расплод. Здесь, конечно, кормов нету. Ну вот матка бегает. Ну здесь хоть пчелы на три рамки. И там еще рамка. Ну вот сейчас попробуем вот эти три рамки пересадить туда. Крайняя рамка, здесь три рамки. Ну, как видите, пчелы достаточно, кормов нет. Но там три рамки кормовые есть. Ну что ж, попробуем присоединить наш рой. Посмотрим, что из этого получится. Рой обезматочен. Здесь матка с облетника. Что сейчас я хочу сделать? Я хочу им сейчас дать сироп на этот отводок и рой поставить за заставные. Также его облить еще разочек. Ну, рой хороший. Ой, отводок сами видели на трех рамках. Отличный. Сейчас сюда даю сиропчикам. Они занимаются своим делом. И заодно пчелка, которая без матки, должна к ним перебраться. Завтра увидим шиферину, перед ними поставим. Был бой, не было боя. Надеюсь, все будет хорошо. Так. Сиропчик. Закрываем. Потому как ворюги только и ждут. Только попробуй капнуть где-то мимо, и будет тебе несчастье. Так. Сироп стоит. Еще раз по краям. Ну, и ставим наш. Там, в принципе, две рамки такие, которые полненькие. Ну, где пчелы побольше. С одной стороны. Остальную сюда же и стряхнем. И сушка с второй стороны. Вот пчелы. Ох ты. Если объединяться, конечно, есть еще шанс. Еще обработать нужно разочек как минимум. Так. И еще одна рамочка. Остальное все стряхнем. Вот такую рамочку. Облиты они одним ароматом. Плюс есть сироп. Общее дело. Вот. И сюда стряхиваю то, что осталось в ловушке. Ловушка стояла на этом месте, поэтому пчела, в принципе, должна лететь сюда. И хотя уже сейчас никто не летает. Так, воровки старые
где-то еще немножко подлетывают, а так уже все сидят по хатам. Сейчас перегуляем шиферину. Надеюсь, это даже семью уже не спасло, так как семьи нет. Просто, как говорится, это посадил облетник, улей посадил. Все, семьи нет как таковой. Под улей шиферину. Ну и в принципе завтра уберем те рамки, которые за заставной, и заодно посмотрим, если есть, ну, была бойня, то она будет видна, то есть внизу улья будут валяться мертвые пчелки. Но судя по тому, как здесь все происходит, вроде бы драки нету. Сокращу им леточек еще. Завтра проверим, что здесь получилось. В принципе, все. Всем пока.